арочная, 2х4. Каркас утеплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Покрашена она в грунт эмаль зеленого цвета. С одного торца у нас разрезная дверь форточка. С другого торца просто форточка. Каркас стоит у нас на брусе 100 на 100, пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Тут внутри теплицы у нас кусочек поликарбоната лежит. Это для завтрашней теплицы. Так как это теплица будет не одна на этом участке, будет еще 3 на 6. И пока что, чтобы ветром не унесло кусок, спрятали его в теплицу. Завтра уже расскажем про обе. Уральская усадьба представляет. Дорогие зрители, всем привет! Подписывайтесь на наш канал Уральская усадьба. Там вы узнаете много полезного и интересного про теплицы. Сегодня у нас 23 ноября 2016 года. Закончился монтаж второй теплицы на участке. Теплица арочная 3х6, каркас из трубы 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленый цвет. С одного торца у нас разрезная дверь форточка. С другого торца просто форточка. Теплица у нас установлена на брусе 100 на 100, пропитана антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Это вторая теплица. Первая была вчера, 2х4, про нее рассказывали. Вон она стоит. Значит, история следующая. На месте этих двух теплиц стояли старые теплицы, сделанные из рам и стекла. Теплицы мы демонтировали. 2х4 сразу заказывали с брусом, а 3х6 хотели установить на старое основание. Но, как показывает практика, и в этот раз она не подвела, что старое основание у старых теплиц не очень хорошее. Поэтому растянулось это все на 2 дня. Сегодня с утра привезли брус и установили теплицу 3х6. Вчера все подготовили, площадку, торцы. Стоимость обеих конструкций с монтажом и доставкой составила почти 49 тысяч рублей. Уральская усадьба представляет. Дорогие зрители, всем привет! Подписывайтесь на наш канал Уральская усадьба. Там вы узнаете много полезного и интересного про теплицы. Сегодня у нас 23 ноября 2016 года. Закончился монтаж второй теплицы на участке. Теплица арочная 3х6, каркас из трубы 20 на 20, окраска грунт эмаль зеленый цвет, с одного торца у нас разрезная дверь форточка. С другого торца просто форточка. Теплица у нас установлена на брусе 100 на 100, пропитана антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Это вторая теплица. Первая была вчера, 2х4. Про нее рассказывали. Вон она стоит. Значит, история следующая. На месте этих двух теплиц стояли старые теплицы, сделанные из рам и стекла. Теплицы мы демонтировали. 2х4 сразу заказывали с брусом, а 3х6 хотели установить на старое основание. Но, как показывает практика, и в этот раз она не подвела, что старое основание у старых теплиц не очень хорошее.
Поэтому растянулось это все на 2 дня. Сегодня с утра привезли брус и установили теплицу 3х6. Вчера все подготовили, площадку, торцы. Стоимость обеих конструкций с монтажом и доставкой составила почти 49 000 рублей.